Один из крупнейших торговых центров Европы, Мега Белая Дача, в отличие от погоды, к лету готов. Посетителям здесь всегда есть чем заняться, что посмотреть и провести время с пользой. Не секрет, что мужчины ведут себя зачастую как настоящие дети. Отказаться от просмотра спортивного матча невозможно. Уговоры не действуют. А отказываться и не нужно. В торговом центре «Мега Белая Дача» сразу несколько фан-зон для болельщиков. Игру можно смотреть как на большом экране, так и на удобном пуфике перед монитором, практически в тесном семейном кругу. Так что крупные спортивные турниры долгожданным покупкам не помеха. Для вас работают более 300 магазинов. Выбор превзойдет все ожидания. «Белая Дача» нам нравится, мега. Мы постоянно сюда ездим всей семьей. Вот сегодня приехали одеть детей перед каникулами. Закончился учебный год. Вот затарились в новом магазине. Очень все понравилось. Все время сюда ездим. «Мега Белая Дача» – семейный торговый центр. Место, где покупки, развлечения и отдых – неразрывные понятия. Довольными остаются как взрослые, так и дети. Ну а когда уже голова кружится от всевозможных выставок и многочисленных покупок, отдохнуть можно на веселой детской карусели. Довольны будут даже взрослые. Великолепная находка, конечно, для детям приятно, и взрослые, собственно говоря, довольны. Так что все хорошо, как будто в облаках вылетал. Кроме веселой карусели, юных посетителей «Меги Белая Дача» ожидает и множество других чудес, которые заставят вашего ребенка погрузиться в настоящее волшебство. Игровые площадки и детский город профессий. В нем уникальные игротеки, где можно по выбору стать банкиром, стилистом, полярником или пожарным. При этом с июня в Китбурге скидки более 50%. Летнее предложение для детей называется «Мега-билет». Это летний лагерь, где дети могут прийти в Китбург, а родители освободить себя, тем самым осуществляя покупки в «Меге». Ребенок находится в Китбурге, здесь можно и пообедать, и позавтракать, и освоить множество различных профессий. В «Меге Белая Дача» посетители всегда ждут интересные события. Сейчас проходит выставка работы известных дизайнеров IKEA. С 9 июня стартует Урбан-фестиваль с мастер-классами, множеством красочных шоу, концертами и спортивными шоу. Ближайшее масштабное представление – концерт участников телевизионной программы «Голос дети». 1 июня не пропустите. Владимир Волков, Дмитрий Филиппов, Новости 360.